Друзья, всем привет, это Эко-колесо. Сегодня мы хотим вам рассказать о отличиях электроскутера от электровелосипеда. Многие, приходя в наш магазин или заходя на наш сайт, видят предложения, очень близкие по цене. То есть, в принципе, выбор для каждого свой, но, тем не менее, мы попытаемся внести какую-то ясность, чтобы вам проще было определиться, что выбрать. Значит, вы видите электроскутер Ля Сити Кока 3000 ватт, мощность мотора, впереди, сзади амортизация, кофр, съемная батарея, запас хода около 50-60 километров на одном заряде в режиме эко езды, ну, то есть в спокойном стиле вождения. Вот. А рядом вы видите велосипед EcoDrive M5. То есть у него получается тоже длинная сидушка, можно сесть вдвоем. Сзади вы видите кофр, поддержку сидения и низкая рама, удобно садиться, то есть как и здесь, да, то есть вот, соответственно, права, что касается прав, то есть здесь у нас нужны права категории B или M, это идет как мопед, регистрация не требуется на электроскутер. А на велосипед права не нужны, то есть можно ездить, в принципе, на педалях. Очень сложно понять, как вы ехали на педалях или на электромоторе, поэтому здесь пока к велосипедам требования поменьше, не такие жесткие. Но, опять же, что будет дальше, пока не ясно. Значит, запас хода около 40-50 км без педалей, с педалями до 100 км. Очевидно, что при отсутствии заряда вы всегда можете докрутить на педалях. Тем более это легко сделать благодаря наличию механических передач. И здесь 7 передач Shimano. Вот так вот лучше видно. Есть корзина впереди, амортизация, колеса 20-е надувные. Можно ехать по лесу, по щебню, да где угодно. По снегу, по грязи, по песку. Вот здесь на этом скутере уже по лесу, конечно, наверное, вы не поедете, то есть не очень комфортно будет. Вот, но по грунтовке, в принципе, вполне можно ездить. Вес этого скутера примерно 85 килограмм, вес велосипеда около 35 килограмм, грузоподъемность до 180 килограмм, и тот и другой экземпляр выдерживает, поэтому спокойно можно вдвоем кататься и на этом, и на том. Что касается транспортировки, то есть у нас был опыт перевозки и подобного скутера, и велосипеда, в принципе, в кроссовер, в джип а-ля Land Cruiser, то есть они спокойно входят. Вот, значит, безусловно, каждому свое, да, то есть для велосипеда нужно меньше места для хранения. Для байка уже нужен, наверное, гараж, либо парковка. Велосипед можно хранить даже, наверное, на балконе в квартире, сняв аккумулятор. Вот. Основные отличия, то есть, как я уже сказал, наличие прав. Запас хода примерно одинаковый, но у велосипедов есть возможность докрутить педали на педалях. Вот. По дизайну здесь уже тысяча людей, тысяча мнений, да, то есть каждому нравится что-то свое, вот, поэтому выбирайте, вопросы пишите в комментариях, с удовольствием ответим. Еще не сказал, что здесь идет мотор 750 ватт, а аккумулятор 48 вольт на 14,5 ампер часов. Есть еще версия у нас вот такая, с высокой рамой, эта модель называется M6, вот. Есть дополнительная опция кофр сзади, вы видите, со светоотражающим катафотом. Есть задний габарит, он включается. Впереди фара. Диски, обратите внимание, литые. Мотор Bafang. В общем, такие вот разные электрические транспортные средства. Поэтому выбирайте. У нас много разных велосипедов, скутеров. Весь ассортимент на нашем сайте ecokoleso.ru.
отбирайте, задавайте вопросы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем отличного настроения.